У меня сейчас сортировка конфет. Ну, вот здесь я оставлю себе чуть-чуть конфеты. Так, это пакет подруги. Здесь Лёвушка, золотая лилия, ее муж обожает. Подсыпала немножко Адельки. Это конфеты, они похожи на Рафаэлки, но они дешевле, чем Рафаэлки. Так, и сюда еще добавила вот такие вафли от Лами, очень вкусные. Все, это такие. Свекрови отправляю чагу, натуральная чага. Я буду сказать, как ее принимать. Ну, себе еще купила вот здесь полный пакет Рафаэлок, но в основной части это Алой Рафаэла. Адель оставлю нам дома кушать. Ну, чуть-чуть от Лами осталось. Так, это я купила конфеты свекрови. Здесь курага Петровна. Вот такая вот курага в шоколаде. Она очень вкусная. Я в прошлый раз брала. Ну, уже несколько раз. Чернослив Михайлович. То есть чернослив в шоколаде тоже вкусный. Так, вот от Лами чуть-чуть отсыпала. И Адельки. Ну, здесь немножко золотой лилии и Лёвушки. Так, попробуем. Вот такие конфеты. Ну, коробка красивая. Купили свекрови. Итак, чаем попить. Это пакет сестры. Я ей купила здесь вафли хуторок. Они очень вкусные. Ну, здесь я в Корее не видела, чтобы в русскоязычных магазинах продавали. Может быть, есть. Если есть, попробуйте. Они очень вкусные. Ну, омегу российскую взяла. Там тоже на заказ попросили девчонки. Так. И здесь почти какие-то конфеты. Тоже Лёвушка. И Аделька. Ну, все. Вот такие вот запасы конфетные с России привезла в Корею.